Дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги» в Нижегородской области уже практически завершены. В общей сложности в этом году приведены в порядок более 1000 километров автодорог. Сейчас идут последние работы, расставляются дорожные знаки. Со временем световозвращение теряется. Для сокращения аварии и, соответственно, улучшения ситуации аварийности знаки заменяются для того, чтобы в темное время суток они лучше отражали. На этой трассе мы заменили 196 знаков. Срок службы этих знаков, которые мы устанавливаем, 10 лет. Видимость знака «Пешеходный переход» по ГОСТу должна быть 100 метров. Но увидите вы его на самом деле на расстоянии 150 метров очень легко. Если где-то выявляются очаги аварийности, проект организации дорожного движения корректируется. Где-то делается разметка, где-то знаки ставятся дополнительные, чтобы исключить на следующий год уже очаг аварийности, чтобы не было. Практически 100% вот на текущий момент уже верхнего слоя дорог по программе положено. Вообще, на самом деле, там завершить осталось доля процента, то есть более 99% работы завершено. Таким образом, за счет всех источников в совокупности отремонтировано более 1000 километров дорог.